15 ноября в районном доме культуры члены областного регионального штаба Роберт Суербаев, Алдияр Халелов и Шнар Габдрахманова провели встречу с населением. В ходе собрания они проинформировали присутствующих о правилах проведения выборов и отметили важность этого мероприятия. Салаунахана бойынша заң жүзінде бүкіл избиркомдар. Согласно закону, все избирательные комиссии приступили к работе по предвыборной агитации. Все члены комиссии были обучены и получили сертификаты. Официальные представители кандидатов выезжают в регионы, проводят разъяснительную работу. Идет проверка на предмет созданных условий для избирателей. Необходимо провести справедливые выборы. Члены штаба разъяснили жителям политическую значимость выборов в Казахстане и призвали народ активно принимать участие в них. В рамках наших встреч мы отвечаем на разные вопросы населения. Также говорим о том, что сейчас Казахстан развивается в направлении конструктивного диалога с населением. Государство открыто. И очень важно сейчас каждому из нас идти на эти выборы. Есть такие моменты, когда я вот сама слышала, что наши дети, учащиеся школы, спрашивают у своих родителей, у дедушек, бабушек, идете ли вы на выборы, измените ли вы будущее Казахстана. На этот вопрос я всегда отвечаю утвердительно, что да, я иду на выборы и приглашаю всех быть активными, соучастниками будущего Казахстана, сделать свой выбор. В состав регионального штаба входят руководители учреждений Западно-Казахстанской области и представители общественности. В настоящее время члены штаба выезжают в районы и продолжают свою работу. Майя Амирова, Анаргуль Кушербаева, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».